Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal. А сегодня мы, значит, пойдем найдем воина Каруша. Правда, до него чуть дохренище идти, хотя вон у нас тут аванпост рядом, поэтому это быстро будет. Еще нам надо будет прийти в деревню, тут все им дать, потому что у нас вот миссия тут горит. Ну что ж, ладно, погнали. К воину Карушу миссии его повыполняем. Че, он отметился? Да, отметился. Отсюда как раз-таки не сильно далеко до него идти. Здесь у нас уже удобный крюк от деда достался. Мне игра предлагает метательный нож, но я его не хочу, потому что у меня Ubisoft предложил вот такие ножи за кости делать. И они вообще офигенные, и я не вижу смысла мне крафтить тот каменный нож. Поэтому вопросы задавать мне не надо, почему я их не использую, эти каменные ножи. Так, что происходит, яки? А давай на яков поохотимся. Они мне как раз нужны. Ну-ка, поймай собаку. Отлично, одна собака есть. Только это вот дикая собака, а не як, вот в чем прикол. Ну-ка, еще одну дикую собаку давай. Черная, это редкая. Ладно, это дикая собака, а мне нужен як, пофиг на них. Че, я бревно что ли не перепрыгну? Так, как его? Каруш у нас здесь находится. Еще у нас вот здесь есть припасы. Судя по всему, на этом уровне, но я их что-то пока не вижу. А, вот они. Не, со зверями бороться я не буду, мне Каруш нужен. А чё, никого нет, что ли? Просто открытая местность? Странно. Вот растение надо забрать. А, он лежит, что ли? Брат, по несчастью, приведите в нашу деревню воина Каруша. Он научит вас выполнять быстрое убийство и даст вам улучшенные копии дубины. Награды 500 очков к опыту. Ну давай. Осторожно, брат. Удам близко. А не воевать с Винджа. Все помогать? Кусакуи хайта? Ну да, помогать. А как тебе это... А, туда что ли идти? Ну давай. А, он уже вон там сидит. Ну пусть сидит. Нифига себе. Уже биом новый. Каруш надо засейвить, я как понял. Так, тихо. Изготовление, изготовление. Погнали. Ха!
Хороший бой, плохой для тебя. Ты драться силой. Ты Винджи? Я Каруш. Мы братья. Я охотился на зверя Удам, Мога. Мог забрать мой глаз и моего сына. Мог убивать моего сына. Мой убивать Мога. Да. Брат, ты принести мертвых. Мы сжигать их. Дым говорить могу, мы идти за ним. Так, ну погнали, Каруш. А, тела надо сжечь. Так, ну тут вот не получилось, надо вот сюда, блин, волчара, дай залезть. Чё, попал, что ли? Ладно, это надо нести и сжигать, я как понял. У меня там волк разберется сам, спокойно причем. Нифига, тут можно медведя взять. Точнее, не, мамонта можно. Это хорошо. Так. Одно горит. Мамонта забрал. Ну, это уже простая часть. Мне надо просто тела перетащить в костер и все. Каруша. Это так к ним. Ну хотя да, у Каруши дофига к ним ненависти, если он хочет, чтобы мы просто кидали их тела и чтобы они горели. Но это не удивительно, как Каруш сказал, они ему сына убили, поэтому он так зол. Так, последнее тело. Жаль, я не могу как-то побыстрее идти, приходится тащиться еле-еле. А Каруш даже помогать не хочет, он стоит вон, лицом светит и все. Все? Ну, что теперь? Да, вот здесь, кажется, северные земли нам открылись. А может быть и южные, непонятно. Так, мне нужен лук. Потому что мне что-то надоело копьями сражаться. А луком прикольнее будет. Короче, дефать Карушу надо. Вот что делаем. Ты чё, вот
А скрытое убийство здесь пройдет? Да блин. Опа. Такие прикольные здесь быстрые убийства. Дубинкой, блин. Козёл, на. Вот как убить дубинкой. Короткий горит. Так. Последний остался. Я его застрелить хочу. Мне лень его искать. Где он? Все нормально. Последний был. Такар, ты дать мне силы. Винджана, забыл собираться. Хорошо. Я учить Винджа драться. Ты следить за мной, брат. Ну все, у нас теперь Каруш есть. Там рядом еще миссия Сейлы. На Сейлу пока ходить не будем. Думаю, сейчас это... Переместимся в деревню, посмотрим, что у нас там. Смотрим, кто к нам сюда приехал. Уинджа. У нас тут Вуга и Кураж. Вуга решил внизу поселиться. Снайдар! Здорово. Ты прав, обмоченный. Винджа жив. Я делать оружие, чтобы Винджи быть сильными. Но мне нужна хижина, плохо строить одной рукой. Ну на хижину тебе. Хижина Вуги. Чё, поговорим с тобой? Обмоченный, ты мне прочный дом строить. Я тебе прочный коготь делать. Когда я закончить вернуться, тогда ты прыгать и лазить везде. И с этим я прыгать и лазить. Коготь Вуги, ты его найти. Хороший коготь. Высоко бросать, потом лезть. О, вот его бог и наказал за прошлый раз. Перо орла, коготь брать. На утес орла лезть. Новое орудие хорошо делать. Но нет инструмента сильнее, чем коготь Вуги. Нормас. А вот нефиг.
Козлом таким быть. Так, теперь идем к Арушу. Брашта! А что такое лицо ты сделал? Здесь много хороших винджа, но мягких не сильных, как и Каруш и Такар. Я делать здесь свой дом, учить винджа убивать удом. Ну давай. Шкура волка. Где у нас волк бегает? Волк. Так, волк. Вот волк. Погнали на волка охотиться. Ночью прямо. Да можно же копье-то достану. Или нельзя? Неужели? 4 шкуры волка нам не хватает. Говорили, ночью уникальные звери вылазят. Но ночью тоже стрёмно так-то гулять. Кстати, что у нас по навыкам? Так. О, вот это вот мне нравится. Хороший навык. Давно его мне не хватает. Так, вот здесь где-то у нас волки бегают. Чего? Еще раз. Я не понял, почему он не перехватился. Что происходит, кстати? А, во, ухватился. Нифига ты быстро залез. Ну чё, где у нас волки-то? Опа. Раз волк. Два волк. Догоняй волка. Да не ешь ты, а волка догоняй. Надо волка нам. Ой, это что, черная рынь, что ли? Куда ты убежал? Блин, не думал, то, что от меня волк будет убегать. Блин, промахнулся. Так, давай шкуру волка. Где у нас еще волки? Так, волки здесь все. Только вот. Ага, во.
Еще один экземпляр. Так. Хорошо. Ух, нифига у вас тут. Вот волка надо. Волк только что видел, волка надо. Так, моего волка отменить, а тут тот волк сыт. Все. Отлично. Возвращаемся в деревню. Так, сколько уже играем-то? 24 минуты, нормально для серии. Так. Сейчас качнем ему хижину, возьмем у него задание, и можно завершать серию. Все, нормас. Слишком много мамонтов умирать на севере. Одам убивать их. Ты ехать на мамонте, брат. Костяные деревья рушить, зверя защитить. Нифига он задание дал. На мамонте ездить, ё-моё. Так, метку можно убрать. Это он где такое задание-то давал? Вот здесь? Нифига себе. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать ваши комментарии. Всем до скорых встреч и всем пока, друзья. Ждите новых серий.